Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. За 10 месяцев этого года в ДТП на дорогах Кировской области погибли 102 человека, примерно треть из них – пешеходы. Данный показатель вырос на 12%, информирует ГИБДД. Основная часть наездов на пеших граждан с летальным исходом произошла в темное время суток, не по вине водителей. За указанный период сотрудники ДПС задержали почти 4500 шоферов, которые находились в состоянии опьянения или отказались от теста на алкоголь. Трасса 101. Наша область попала в число 15 регионов с самым высоким количеством автоаварий с пострадавшими, произошедших в этом году. Наш показатель 280. По данным РИА Новости, хуже дела обстоят только в 12 субъектах. В самом конце рейтинга Республика Тыва. Меньше всего серьезных дорожных инцидентов зарегистрировано в Чечне. Трасса 101. Дискуссия продолжается. Надо снижать нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км в час или не надо снижать? Свою точку зрения по этому поводу высказал глава российской полиции Владимир Колокольцев. Он убежден, что менять действующую норму необходимости нет и что она в таком виде перейдет в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. По мнению руководителя МВД, гораздо большую роль для безопасности играет состояние дорог. Трасса 101. Печальная тенденция на дорогах Москвы. Там в этом году почти на четверть стало больше ДТП со смертельным исходом, которые случаются на местах ДТП. То есть идет оформление аварии, движение затруднено, и тут в разбитые машины еще влетает автомобиль. Эксперты начали думать, как бороться с этим явлением. Не исключено, что порядок оформления ДТП сделают еще проще. Трасса 101. Полезные советы озвучила МЧС. Они касаются того, как должен вести себя водитель при неизбежном столкновении. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, надо вдавиться в сиденье спиной и, напрягая мышцы, упереться руками в руль. Если скорость превышает 60 км в час и вы не пристегнуты, следует прижаться грудью к рулевому колесу. Передний пассажир должен закрыть голову руками и откинуться на спинку немного боком. Задним пассажирам лучше прижаться к полу. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.